said you didn't receive. But you said Mike, you didn't need them. That girl is a real crowd please. Хей Ютубу, хей ВК, с вами Apple32, и да, сегодня мы с вами продолжаем играть в Jolly 2, и сегодня мы с вами проходим вторую ночь, да, вторую ночь. Так, ну. Отлично. Сразу подбегаем. Сразу сюда. Congrats? Ты меня что, поздравляешь, что ли? Эй, чё так быстро, в смысле? Чё это ещё было, алё? Он там сколько? Он там одну секунду, ну не одну, конечно, секунду. Не знаю, секунд 30 со мной поговорил и всё, даже нет, даже меньше 30, ну не знаю, секунд 20 максимум. Чё это было вообще? Фунгай. Я, конечно, всё понимаю, но не знаю, может как-нибудь... Побольше бы каких-нибудь новостей рассказал. Просто мне спокойно, когда ты говоришь, понимаешь? Мне есть о чем по... Стоп, мне... Мне кажется, или... Подождите. Постойте. У Джоли тут что, одна рука, что ли? Или мне просто показалось? Чика пропал. Блядь, жалко, что не видно, у Джоли одна рука или нет. Просто смотрите, в мини-играх... Мини-играх, то есть одной мини-игре. Мы видели, что у Джоли одна только рука. Опа. Кранчик закрываем. Не положено тут кранчик включать. Так, бегом сюда. Врубаем. Нет. А, это по-любому Оскар. Оскар. Оскар, твою мать. Оскар. Засрать, короче, просто пока что посмотрим на трубы как-то. Да, это Оскар. Я был прав. Так, окей. Не, серьезно, не видно, у Джоли есть рука или нет? Мне просто интересно. Я просто забыл вообще. Есть рука или нет? Судя по мини-игре, у нее только одна рука. Но, возможно, не знаю, может ее куда-нибудь везли на починку, и теперь она тут на корабле оказалась. Ладно, срать. Так, где Чика? Чика тут стоит. Ой, извините, Олды Чика. Блять. Я не привык, что нужно к этому подбегать. Я обычно нажимаю на это, и там, типа, должен планшет открываться, а тут мне придется нажимать на это, на сам комп. Или что это такое? Что это такое? Это комп, по сути. Блять. Вот это меня сейчас испугало. Вот это вот меня прям сейчас испугало, прям пиздец, как он тут появился, в смысле. Так, чекуйся, стой. Джолиан там стоит. Меня испугало, как он в вентиляции появился, блядь. Так, ты как? Ты хорошо? Так. Ой, начали туда насрать просто. Чё это за звуки? Чё там, труба, что ли, какую-то... Там чё, какую-то трубу прорвало? Пошёл. Набуй. Ой, как хорошо-то, а? Как я успел-то? Выключи. В смысле, мне чего на... Чего? А, тут наполняется, слава богу, потому что у меня всего лишь два заряда осталось, в смысле, это как? Сколько заряд, постойте? Нет, давайте сначала проверим. Сколько времени? О, 4 часа уже, в смысле, так мы же, по сути, это, ну, можем выжить, на самом деле. Правда, вопрос в другом, сможем ли мы, вот в чем вопрос, так... Чика тут стоит. Оскар, да, Оскар. Вот теперь все в порядке. Теперь Оскар очень активный. Теперь все на своих местах, а то. А, вот он и Бонни. Вот на Чика. Вот он, Оскар. Да, я ожидал, что он там будет. Так.
Короче, оставишь у нас Джоли и Фредди на своих местах. Ладно, херовенько как-то все. Так. Ой, ёба, оно скоро ко мне придет. Так. Так. Так, сколько? 4:46. Сейчас будет 5 часов уже. Через 10 минут. Ну, в смысле, через 10 секунд. Типа... У нас-то 10 секунд, а у них это 10 минут. Так. Проверяем. Ничего тут не дымится. Слава яйцам. Так. Зачем? Зачем? Ой, я дурында. Ой, дурында. Зачем я ударил? Не знаю, бить или нет. А, слава яйцам, я уже хотел бить. Так. Слава яйцам, не все стоят. Я уж обосрался, блядь. Так, хорошо. 5:35. Чё так быстро? В смысле, нет, я, конечно, рад, что так быстро идет время, но... Просто как-то странно. Так, это по-любому Чика. Сейчас посмотрим. Если Чика пропала, значит... Нет. А кто это? Это Оскар? Так, стоять. Смотрим тут. А, 6 часов, все. Мы в любом случае выжили. Yeah, boy, time to sleep. Мы можем поспать. Хотя, странно, что наш охранник, что ли, спит утром? О, мы опять тут почутились. Bring your doctor. Да, я помню. Так. Ладно, давайте в этот раз пойдем сюда. В прошлый раз мы пошли туда, теперь пойдем сюда. Пойдем туда, мы пойдем сюда, мы пойдем сюда. Опа. Тут Фоксиан. Кстати, да, я забыл. В мобильной версии Джоли 2, в которой мы играем с вами, нету Фокси. А в компьютерной, то есть ПК-шной, то есть обычной, есть. То есть вот в чем отличие еще. Так, мы туда можем пойти? Нет. Понятно. Тут у нас эндоскелет с вот этими масками. Давай, проходи. Проходи, не задерживайся. Опа. Аниматроники. Олд. Ах ты, Пётр! Опять своими педофилистическими делами там занимаешься. Ну-ка иди сюда, усатый педофил. Или это не Пётр? Пётр, ну-ка иди сюда. Нет, это по-любому Пётр. Потому что только он это делает. Давай. Вот тварь, а. Вот скотина, я ж тебя достану потом. Вот я потом к тебе снова в подвал проберусь, и я тебя достану же, Пётр. Ладно, ребята, да, с вами был я, Apple 3.2, и всем пока.